Ну чё, пойдем? Знаешь, что они правят нами? Решают исход выборов, контролируют рынки, вживляют нам микрочипы для связи. А ты кто? А что ты тут делаешь? Завис, чувак. Так, нам явно не сюда. Ай-яй-яй, куда ж нам, куда ж? Здесь полно камер. Ладно, слушай, я вхожу в серверную, как только мы... Идь-идь. Уйди туда. Ох уж эти шпионы, шпионы, шпионы. Так, так. Даже получилось. Ну, на удивление быстро получилось, я бы даже так сказал. Здесь ни к чему, мисс Лемей. Всем займутся мои люди. Лишние глаза не помешают, Джон. Мы ничего не знаем. Проверка данных займет месяцы. Неделю, максимум. Слишком долго. Нельзя столько держать людей в заперти. По закону можно. Для того и наняли. Пусть они и не читали контракт. Да, верно. Но мне не по душе. Что делать дальше? Мы уже обрабатываем данные. Сегодня начнем анализ. Даю слово. С меня кофе идет? Облачный сервер взломать теперь. Оставил ее у кофебара. Найди сервер с сетевыми логами. Поскольку у меня есть записи всех твоих входов в систему, поищем их по времени и изменим на что-нибудь безобидное. Плевое дело. Ни хреново такая серверная комната. Ну вот, чудненько. Я ставлю апдейт на твой коммуникатор. Написал программку специально для этого. Готово. Вроде получилось. Попробуй. Еще хакаем. Готово. Я просто прирожденный хакер. Так, и... удаленный взлом, начнем. Это еще не все. Еще предстоит переместить наш ползуночек. Фак! Как это опасно. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй! А, он... ничего страшного. Не несет. Опс, а вот теперь он разбился. Какая жалость. Пиу, пиу. Пиу. На, чёрт. Ну вот, только начал себя хвалить, и... получилась такая лажа. Он стал красным. Так. Хорошо, что еще не надо успевать, пока он до низа не дошел. Оп. Блин. Ну вообще жесть. Так. Нет,
Торопись, не торопись, поторопишься. Людей насмешишь, как говорится. Оп. Все. Говорил мне мама, не выпендривайся. Всегда, когда выпендриваешься, ни хрена не получается. Обратный отсчет. Интрига. Начало 18 века. Моряки и бродяги зарабатывают на жизнь клинком. Им неведомы закон, мораль или страх. Только измена, мятежи, жестокость и кутежи. Золотистые пляжи полны добычи. Хотите рискнуть, бросив вызов пиратам из кошмаров? Бенджамин Хорниголд, Калика Джек, Чарльз Вейн и Черная Борода. Неплохое время, судя по ролику, было тогда. Письмецо. Тоже весьма большого объема письмецо-то. Так, ну окей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, что могли, взломали. Опаньки. Я чувствую тебя. Но, увы, не могу коснуться. Сигнал слишком слаб, и у меня мало сил. Нечуткость. Знакомые все лица. Слишком рано, но выбора не было. Катаклизм смел все сомнения. Да. Слава несчастному Дезмонду, отдавшему жизнь, чтобы вы, дети наших трудов, смогли жить и исполнить нашу волю. Мою. Но сейчас не время. Моих сил не хватит, чтобы укрепиться в органическом теле. Надо найти объекты, артефакты. Завершить труд, чтобы это стало возможным. Что происходит? Отвечай! Возродите меня, дети мои. Мои орудия. Исполните свое предназначение. Отвечай! Нет, нет, нет! Что-то не так! Проклятие! Она где-то здесь! Да! Должна быть в твоей проклятой голове! Черт, 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 черт! Пощадила тебя! Зачем ты здесь? Хороший вопрос. Итак, это богиня. Житель прошлой цивилизации. Я, правда, не совсем помню, за что она была. За уничтожение нашей планеты и построение всего с нуля. Или за сохранение жизни. Но в любом случае она хочет возрождения. Якобы мы должны это осуществить. А чтобы это осуществить, нужно найти, естественно, ихние технологии, которые они оставили нам. Обвинения! Огласите их! Милорд, суд Его Величества утверждает, что подсудимые Мэри Рид и Энн Бонни по злому умыслу в пиратской манере захватили и присвоили 7 рыболовных судов. Также, по мнению суда, подсудимые подстерегли в море, атаковали,
и захватили 2 торговых шлюпа, подвергнув жизни капитанов и команд смертельной опасности. Эдвард Джеймс Кеннелл появился на свет в Суонсе, в семье англичанина и валийки. В 18 женился на Кэролайн Скотт. Живут врозь. Говорят, она просто красавица, но со здоровьем беда. Только троньте ее, и я... Не ожидал найти вас в ямайской тюрьме среди этих подонков. По слухам, вы водили дружбу с пиратом Робертсом. Если знаете, где обсерватория, скажите нам, и сразу выйдете отсюда. Роджер сдерживает английских псов пока что. Но вот ваша участь, если не станете помогать. Вы, Мэри Рид и Энн Бонни, отправитесь из этого зала туда, откуда прибыли, и затем к месту казни через повешение, и будете висеть там до тех пор, пока не умрете. Умрете! Умрете! А вздор! Да смилостивится Господь всемогущий над вашими жалкими душами! Мы беременны! Вы все слышали? Что она сказала? Просит отсрочку, милорд. Да, беременных ведь вешать нельзя, верно? Тихо! Тихо! Если ваше заявление правда, то казнь откладывается, но только до момента родов. Что ж, тогда я буду беременеть год за годом. Увести их! Хитрые чертовки. А я думал, придется их спасать. Ну, как обычно мы это делаем. Как тебя зовут? Кенмор? Конвей? Он же Уолпол. Уолпол? С чего ты взял? Да слухи ходят. Он самый безрассудный пират во всей Вест-Индии. Кем бы он ни был, следи, чтобы он мучился, но не сдох. Это приказ. А на закате назад в тюрьмы. Может, ему еще массаж сделать? Не шуми. Это еще не худшая вариация. А не то что. Снимешь меня? Эй! Тихо, ты! Хватит! Ха-ха-ха-ха-ха! Приветствую вас, капитан. Подарок для вас. 4 месяца вам потребовалось. Не обольщайтесь, я пришел за Энн и Мэри. Вы мне ничего не должны. Но если поможете мне, я обещаю вывести вас отсюда. Мне бы оружие. Мне говорили, вам они знакомы. Надо спешить. Повредить колокола. Hold you. You there. Двоих сразу можно? Можно. Какого хрена? А, он пошел трупы смотреть. You can't escape us! Get in! Go!
Отдыхайте, ребята. Такс. Там двое, что ли? А берсеркер есть? Есть. Ха-ха, тут закрыто, класс. Ну ладно, ладно, аларм так аларм. Придется вас всех убить. Тут перебежал, походу, да? Ха, поймал меня, негодяй. Окей. Ну давайте сразимся. Ай-яй-яй, вот это опасно. Это сволочь. Вы меня вынудили. Я их слышу, кажется. Энн, это друг. Что с Мэри? Ей плохо. А ребенок? Забрали. Не знаю, куда. Я знаю, что больно, но прошу, тише. Ты правда беременная, что ли? Надо уловить их теперь. Идем. Не могу. Обыскать все. Идем, вот так. Но мы так далеко не уйдем. Все хорошо.
стой, прошу. Я тебя не оставлю, держись. Ну да, ей бы полежать, да отдохнуть. Да под капельницей желательно. О, догадался. Здесь никого нет! Я тебя здесь не брошу. Чёрта с два! Оставь меня, Эдвард. Не хочу, чтобы ты погиб. Иди. Вот ведь плутовка. А, черт. Ты должна была пережить меня. Я исполнила долг. А ты? Без тебя я не смогу. Мэри. Я буду рядом. Всегда. Разойтись! Обыскать тут все углы! Я ее не брошу, потому что она... хороший пират. Если даже не удастся ее спасти, хоть похороним ее по-человечески. А может, эти ребята из племени Майя ее вылечат каким-нибудь образом, если она... не до конца откинула коньки. Догонят ведь. Черти. Что случилось с Мэри? О, нет. Умерла. Походу, умерла. Служили, но это ваше. Желаю удачи, Эдвард Конвей. С бутылкой в запое. Понятно. Утрата была велика. Поэтому Эдвард наш ушел в запой. Еще. Бутылку мне. Сперва деньги покажи. Столько лет впустую. Я добился большего в 5 раз быстрее. Это все из-за честности, Эдвард, ясно? Честность. Вот что вам вредит. Это моя добыча, Роберт. А ну, верни! Пьяные глюки и бредни. Помните мое кредо? Короткая, но веселая жизнь. И только... мир должен нам только это. Взять все и умереть до того, как тебя оставят в дураках. Верни. Да, возьмите.
Я тебя раздавлю, прирежу! Тише, забрало щенок. Так забрало. Ползи назад в конуру. Тебе до моего безумия очень далеко. Робертс! Хрустальный череп. Прям как в Индиана Джонсе. Приветствую, Кенуэй. Нас ждут призы, разбой и приключения. Ты с нами? А ну, с дороги, бан! Поднимем кружки за свободу. За джентльменов удачи и веселых леди! За мир разбойников, которые лучше всех вместе взятых королей! И все эти люди, как уже нам известно, мертвы. Джентльменам удачи, доступно изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Тоже в своем уме выберет ту жизнь. Я испробовал все это, и теперь знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. Акулы, куча трупов. На поле сражения. Сейчас нас сожрут. Нет? И тогда, шумно махая крыльями, галка опустилась и вцепилась когтями большого пара. Но, попытавшись взлететь, поняла, что не может поднять. Для этого она мала и слаба. Несмотря на ее усилия, баран ничего не почувствовал. Вовсю, бывший неподалеку, увидела это. Только на 2 года! Ты обещал! Ты ушла! В самый трудный момент! Я была рядом! Почему ты уходишь? Ты несчастлив со мной? Я так близко, Кэролайн! Прошу! Осталось немного! Ты все делаешь из злобы, Эдвард! Мной движет совсем не злоба, Мэри! Смелость! Какая смелость? У тебя ведь никого не осталось! Черт вас всех возьми! Нет, я справлюсь. Глупец. Ты разрушаешь все подряд, когда мог бы созидать. Или хотя бы развиваться сам. Оставь меня в покое. Смени курс, Эдвард. Смени, пока еще не поздно. Продолжим в следующей части.